завтра у нас поздний рейс. Вылетаем мы в 22 с чем-то. Пришлось бы еще 7 часов сидеть. Потому так, давайте быстренько подведем итоги. Сказать, половину с собой в самолет возьмем. Никому не скажем. Идем за манго. Это тоже сладкий, но это средний, не ждете. Мы уже встретились с туристами, которые только что приехали. Они так же, как и мы, в шоке. Помашите морю. Поздний выезд в этом отеле. Никто браслеты не срезает. Новый терминал в Шарм-эш-Шейхе. Очень жесткий контроль сейчас в аэропорту. Все проверяют досконально. Мы погуляем по Duty Free. У нас еще больше 2 часов. Ну что, друзья, всем снова здравствуйте. Всем привет. Отель Континенталь Плаза. Бич Ресорт и аквапарк. Присоединяйтесь, заваривайте чаечек. Поехали. Ну что, мы прочитали на стенде информацию по поводу завтрашнего выезда с отеля. Завтра у нас поздний рейс. Вылетаем мы в 22 с чем-то, потому за нами трансфер приедет 19:10. Получается, еще нам после выселение, если с 12 часов выселяться, то пришлось бы еще 7 часов сидеть. Потому подошли на ресепшн, спросили о возможности продлить номера, и мы продлили до 18 часов за 50 евро. Не знаю, дорого, недорого, но, по крайней мере, спокойно можно еще будет отдыхать и не дергаться уже. Немножко продлили себе номер и отдых. Посидим на пляже еще, погуляем, поплаваем. Поужинать уже не успеем, наверное. А может, еще и успеем. Если 19 выезд, 18:30 ужин, еще и ужин захватим. Вот уже у нас прощальный вечер сегодня, потому что завтра уже в это время мы будем, наверное, в пути уже в аэропорт. Естественно, наверное, будем. Так, давайте быстренько подведем итоги. Скажите, что вам понравилось, что вам не понравилось в этом отдыхе, в этом отеле. Бассейны понравились? Да, наверное. Нет, он теплый, просто ветер очень холодный. Да, когда ветер, хоть тогда прохладно выходить. Но это не вина, градусов, не вина отеля. Тут нельзя сказать, что это плюсы-минусы отеля. Бассейны теплые, вода теплая, но из того, что дальше ветер... Поехали дальше. У меня мало пленки осталось. Давайте. Да, сам говори свои плюсы-минусы. Следующие плюсы-минусы. Сам. Ну, говорите. Ну, Лера, еще есть плюсы-минусы? Я не скажу. Все. Ну, что значит так? Слушайте, давайте посерьезнее отнеситесь. Не могу, не могу. Вот здесь Аликарт ресторан, который да. Мы не раз. Давай мимо пройдем просто. Иди сам. Ну, блин, пошли пройдем. Не хочу. Ну все, какие тут, ребята, обзоры, какие подведения итогов, когда опять кота мы увидели. Это просто не знаю, как, что это. Все, ей не нужно ничего этому котику, ты успокойся уже. Посмотри, сейчас все коты сбегутся. Все, покормила, успокоилась, душа твоя. Не ест черный из-за этого. Ну дай отдельно черному. Что ты отбираешь у одного, даешь другому? Слушай, прекрати, а ты мне будешь учить? Это специалисты, великие специалисты по котам, вот просто они. Они да, все знают. Охотники за котами. Охотники за котами. Так, еще, значит, к плюсам отнесем котиков, да? Это плюс или минус? Все, отдай уже все и все. Вышь, это черный, это черный, которому я обещал, что мы покормим. Вот черный, мы тебя это покормим. Не этот черный, не этот не все. Нет. Это этот. Так, давай быстро еще по плюсам. Ну, только надо поинтереснее локацию найти. Да. Сейчас продвигаемся в сторону амфитеатра. Еще на вечернее шоу, может, сходим сегодня и будем собирать чемоданы. Такая подсветочка бассейнов вечером, очень красивая территория, подсвечена, ну, в принципе, как и во всех отелях Египта. Вот что-что, с подсветкой они умеют играть, все очень красиво всегда у них, и здесь в том числе. Смотрите, какая красота. Так, по поводу интернета, если я еще не говорил, интернет есть практически на всей территории отеля. Wi-Fi работает,
с переменным успехом, где-то лучше, где-то хуже, но он есть. Если не удастся сразу что-то переправить, то переправится через какое-то время. Сообщения или фотографии, видосики небольших размеров. Ну, интернет есть, и это приятно даже на пляже, так что с симкой в аэропорту можете не заморачиваться. Не забыли подписаться? Подпишись. Не пробовал. Тут невозможно все перепробовать. Я вот лепешечки, пока есть возможность, на лепешечках сижу. Яичницу взял, фалафель жареный, это что, кабачок или что это? Цукини, баклажан, да. Ну, огурчики, помидорчики. Пирожков набрали, сейчас половину съедим. Половину съедим, половину с собой в самолет возьмем. Никому не скажем об этом. Здесь яичница, сырки, там огурчики, колбаски, что-то для котов там пойдет. Здесь фруктики. У Леры вкусная булочка, круассанчик и блинчик. Обалдеть, вкуснотища. Ну и сок Юппи с видом на море. Ваше здоровье, ребят. Пончики еще надыбали. Ой, надо пончиков поесть еще на дорожку. Как же без пончиков, вкуснотища. Лера, будешь пончики? Как хорошо, что дочка не любит пончики. Все пончики папе достаются. А мама скромненько, всего лишь 2 пончика. Эх, будете вспоминать еще дома, как вы пончики не ели. Я хоть поел нормально пончиков. Я так слабенько позавтракал сегодня. Надо уже постепенно готовить себя к возвращению домой, отучать от all-inclusive. Чтобы не было шока большого, да, Лера? С дома так не будем кушать, как здесь. Ну, надо уже так по чуть-чуть. Я уже такой полуголодный, ушел с завтрака. Ушел? Ушел кот твой, не дождался. Можно было там, чтобы быстрее. Можно с первого этажа вот на сразу подняться. Опа! На третий, ну если он доедет, бачим только. Спросить мангу. Вот, ребята, все. Заканчивается у нас отдых. Мы уже дошли до точки, когда надо покупать манго домой. Это уже такой грустный уже признак, что пора собираться. И вот он, ресепшн на третьем этаже. Все флаги, все страны. Welcome to Egypt называется. Welcome to Egypt, to Hotel Continental. Ну вот, гостеприимный Египет всегда рад всем гостям из всех стран. Номера с этой стороны на бассейны, на аквапарк и на пальмы. Тоже неплохо. Это пятерка. Хотя на некоторых ресурсах и букингах там и сайтах туроператоров она стоит как четверка, потому такой спорный вариант, но в принципе она выглядит как хорошая четверка, либо немножечко слабенькая пятерка. Ну, на наш взгляд, что все равно в любом случае здесь очень хорошо, на пятерку она тянет. Ну, экономная пятерка, да, наверное, скажем так. Вот посмотрите, какой здесь заход со ступеньками широкими. Куча свободных лежаков. Лежачки хорошие, с матрасами. С этим делом все в порядке. Идем за манго. Днем после 2 часов подвоз. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, нам много не надо, килограммчика 3-4, может, максимум. Чисто так, чтобы было с собой. Ну, побольше выбора сегодня. Да, сегодня побольше выбора. Вот, все, какой такой. Спасибо. Совсем зеленые нам не надо. Не, вот это полтора, вот эти. Ну да, это полтора доллара, да? А тебе по доллару? Нет, вот смотри, вот эти сладкие. Какие по доллару? Зеленые? Это тоже сладкие, но это средние между этими. Помягче брать или нет? Помягче не надо. Долететь до улицы.
Ну, у тебя здесь сколько? 5, 5, 27. Сколько в долларах будет? Сюда, сюда, друг. Кем это сказали? 4 арбенца? 8 цен? А, еще раз есть? Не утечет. Сейчас, сейчас. $10, ребят. $10, все вместе. Все вместе $10, да? Хорошо. Короче, взяли манго, которые долетят потверже по $1.50 килограмм. Наверное, 4 килограмма. И те, которые свежие, но надеемся, что тоже долетят 2. Они по $2.50 за килограмм. Ну, получилось у нас на десятку 10 евро. Что-то мы не подумали, хватит ли нам места в чемодане, но куда-то распихаем, ладно. Что? Заканчиваем мы нашу поездку. Что хочу сказать, что отель классный, отдыхать здесь хорошо. Мы уже встретились с туристами, которые только что приехали. Они так же, как и мы, в шоке по питанию. И у них страх, куда они попали. Мы их успокоили, сказали: ребята, все будет хорошо. Через пару дней вам будет здесь классно казаться. Самый лучший отель в мире. Так что все хорошо. Может быть, еще раз повторю, питание не такое шикарное, как где-то бывает. Но отдых все равно здесь обалденный. Риф обалденный, рыбки обалденные. Понырять, поплавать, позагорать, понежиться на солнце, посмотреть на пальмы. Все шикарно, круто, ребят. Хороший отель. Будет возможность, приезжайте. Все. Машечка, помаши морю. Помашите морю. Котов пойдете еще кормить? Чемодан. Грустные лица. А, ребята. Вот так, вези, колеси. А? На второй чемодан у меня не пускают. Все, домой уже? Домой, да. Домой приходится уезжать. Ну что, сдали мы номер, сдали мы ключи. Сейчас 6 часов мы вышли с номера, ключи сдали. А выезд у нас, трансфер 19:10, то есть у нас еще час времени. И при том, что мы ключи сдали, вот браслетики нам оставили, так что можно спокойно пойти на ужин. 18:30 ужин, мы еще успеем и покушать. Неплохо. Поздний выезд в этом отеле. Никто браслеты не срезает. Это не принципиально. Все, еще есть возможность поесть. 18:20 уже. Подсветочку включили. Котов покормили. Свой долг выполнили перед котами. Пошли. Кого черный там? Серенького покормили? С этой стороны. А рыжий там, может, сидит еще? Нет, там бабушка с дедушкой сидят. Пошли, они покормят. Кушать мы будем еще на дорожку или не будем уже? Не знаю. Я не хочу. Тут булки, он полный есть. Пойдемте, если ты хочешь. Я пойду, может, чай попью. С булкой какой-нибудь. К столовке пойдем, может, одну. Пока море, пока Красное море. 18:36, 19:10 у нас трансфер.
Браслетики у нас не отобрали, так что мы еще успели на ужин сходить. Но кушать сильно на дорожку не хочется, потому так скромненько. Фруктиков и чаек. Чаек с чем-нибудь. Давай. Приятного аппетита. Пока, Континенталь. Пока-пока. Когда мы будем останавливаться возле входа внутри аэропорта, сразу будут тележки для багажа. Они бесплатные. Но если вам предлагают помощь носильщики, тогда это уже платно стоит $1. Только $1. Все. Желаю вам приятного полета. Новый терминал в Шарм-эль-Шейхе. Терминал 2. Внутри. Очень жесткий контроль сейчас в аэропорту. Все проверяют досконально. Все снимают металлическое. Долго всех осматривают, пощупывают. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Прошли контроль. Просветили нас на сканере, сдали багаж, получили миграционные карточки. Вот сейчас заполняем миграционные карточки, идем на паспортный контроль и на duty free. И до вылета еще у нас 2.5 часа. Ну все, прошли все проверки. 3 раза нас обыскали, 3 раза через сканеры прошли. Очень серьезные проверки. Погуляем по duty free, у нас еще больше 2 часов до вылета. Большой этот новый терминал, да? Мы отсюда еще не вылетали нам. Duty free. Ну, пойдем погуляем. Печеньки по $3. Шоколадные чипсы. Шоколад. Кукис. Это Ментос. $5 в коробочке. Ну, я хочу сказать, что не так, что бешеные цены, да? Примерно как и на Сохо, как в старом городе, да. Так что, если что-то забыли прикупить, то здесь можно в аэропорту цены не сказать, что кусаются нормально. Ну, 7.50 орешки, но орешки есть дорогие, они везде дорогие. Что там? Вот, точно, $20. Это шоколадка? Шоколадки или что-то там? Камешки, смотри. Рамзес. О, это прикольно. Анурис, Тутанхамон, Клеопатра. А вон, да, это Клеопатра, Нефертити, шоколад. Нефертити, да. О, можно давать шоколадку возьмем. Вот это прикольно, кстати, тема. Шоколадка с алмондом. Маленькая такая тоненькая. 2.50. Сколько тут грамм? Все дорого. Импортное все дорогое. Надо с египетской темой что-то брать. Давай берем вот эту и возьмем шоколадку с Нефертити. Но она не молочная, она чистая шоколадка. Да, нормально еще. Бельгийский шоколад. $9.50. Коробки красивые, не знаю, как шоколад, но, наверное, тоже красивый, вкусный. Орео, $13.50.
Лерера Роше. 18.50. Блок сигарет $45, $25, $25, $10. Бизнес роял какой-то. Есть подешевле, короче, есть подороже, подешевле. Сигары. Я цену не вижу, сколько они стоят, тут сигары. Свинка Пеппа. $15. Бракоши. Котики, собачки. Ребенок нас раскрутил еще на Бургер Кинг в Шарм-эль-Шейхском аэропорту. Мы не собирались, мы же кушали в гостинице. Вот еще придется нам отведать Бургер Кинга египетского. Если мне дать будет бургер, ну, ты ставишь? Давай ты ставишь. У тебя есть денежка? Да? Да. Все родителям разгребать. Могу заплатить за ваши деньги. За что? За ваши деньги. Молодец. Щедрый у нас ребенок. Ладно, отведаем, попробуем. Надо сфоткать братика, послать. Он любил в аэропортах всегда Бургер Кинг тоже заходить. Не видно ночью самолетов. Здесь взлетают, садятся. Только себя и видим мы. Подожди, Лера, сфоткаем тебя. Шарм-эль-Шейх. Не забыли подписаться? Подпишись.